Разница в очках у соперников была небольшая, всего два. А в таблице находились друг от друга на значительном расстоянии. Интересная деталь. Одесситы три матча подряд сыграли в ничью, железнодорожники два. Пожалуй, более боевой настрой был у черноморца. Во всяком случае, в атаке гости действовали острее. А в итоге обе команды, как маститые гроссмейстеры, даже не использовав всех возможностей, согласились на ничью.